Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим рубленное тесто для пирога. Рубленное тесто – это один из подвидов песочного теста. Подходит оно как для сладких пирогов, так и для закусочных. Сладкие пироги – это пироги-перевертыши, либо тарты. Закусочные пироги – это различные киши. Для приготовления нам понадобится мука, сливочное масло, вода и соль. Перед приготовлением я рекомендую нарезать сливочное масло небольшими кусочками и убрать минут на 30 в морозильную камеру. Также в холодильник поставить воду, вода нам нужна ледяная. 1/2 чайной ложечки соли добавим в ледяную воду. И хорошо перемешаем. Отставим в сторонку. Замешаем тесто, в миске смешиваем 200 грамм муки и 100 грамм холодного сливочного масла. Масло с мукой можно перетереть разными способами. Просто руками натереть масло на терке, либо порубить ножом. Также это можно сделать в кухонном комбайне. Мне удобнее это делать руками. Это нужно делать как можно быстрее, чтобы масло не растаяло. Вот такая примерно крошка должна у вас получиться. Соль у нас хорошо растворилась в воде, и понемножку теперь добавляем ледяную воду. И продолжаем перемешивать. И в этот раз уже это можно делать с помощью силиконовой лопатки, либо ложки. В общей сложности я добавила 60 мл воды. Пропорции я не рекомендую изменять. Это стандартные пропорции для данного количества муки. Когда вы видите, что тесто уже стало собираться в комок, слегка припыляем стол мукой, выкладываем тесто на рабочую поверхность и немного вот так, буквально одну минутку, его вымешиваем руками. Слишком долго это тесто вымешивать не нужно. Как только все собралось в комок, значит тесто готово. Тесто получается послушное и не липнущее к рукам. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем его в холодильник минут на 30. Это очень удобно, пока тесто у нас отдыхает, можно подготовить любую начинку. Тесто у нас хорошо охладилось. Рабочую поверхность немножко присыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт диаметром немного больше, чем диаметр нашей формочки, толщиной примерно 0,5 см. В этот раз я готовила тесто для того, чтобы приготовить яблочный тарт. Тарт называется тарт татен, это французский пирог. Готовится сначала карамель, затем карамелизируются яблоки, сверху накладывается пласт теста и затем пирог переворачивается. Получается очень-очень вкусно. Если вам интересно, то ссылку я оставлю в описании под видео. Но, как я уже сказала, также с этим тестом можно делать и несладкие пироги. На моем канале также есть рецепт такого пирога. Ссылочку вы тоже найдете в описании под видео. Всем желаю приятного аппетита. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Пока-пока!